Стали больше не надо. Даже надо, не надо. Вот сейчас это видео. Миша. Миша, а какой красивый парень Мишка у нас. Осторожно, вас снимает не очень скрытая камера. Вот так, наконец. А сорами, тачка здесь. А где Масан? Чего он давал? Нет, сейчас горе. Мама боится, что закончится пленка. Там нету такого. Вот такой стол. Да. Холодец с домашней курочкой. Лучше не бывает. Разные вкусы. Смотри, как они прямо вот сметенные. Смотри, домашние. Ух ты. Только что снесли? Да, вот сегодня утром снесли. Класс. Так заберем их. Смотри, они прямо теплые. Я такого еще не кушал. А одна вот сейчас снесла, убежала. Прямо вот ее яичко тепленькое еще. Сейчас дам. Делаю видео, а? Снимаю. Мама, там цветочек. Мам, я снимаю. Нет, я на камеру видео. Мама такая же, да? Да. Музыка и сидим. Да. Это лилии. Лилии скоро они тоже будут цвести. Курочка Илара. Вот курочки. Нет, Мантан, хеп таким галя гелили на гелиз. Бумнарда, бак, жер это белоснежка. Бюнге на скарду. Уже он мне бак сразу не шкарила. Бак, тю кроватку ног на галя. Лена, он шкарма. Бак, кривали, чалки пошел. Все брык. На сиденце. Находимся, где мы находимся, Лена? Мы находимся в самом центре города, тут вот мой университет рядом. Это красивые места. Вот эта улочка тут еще прям. Деревья полностью Да, смотрите, у нас такая схема, дело в том, что мы
Так, вот мы находимся в долине роз. Это Лена, самая главная роза здесь. Самая красивая. Да. Вот так вот. Это озеро. А это Лена. А это озеро. Как оно называется? Не знаю. Озеро не знаю. Озеро. Есть озеро. Так, мы дошли до места. Опу. Мы идем в... где мы ходим, Лена? Ботаническом в ботаническом саду. В Кишиневе. Лена, подожди. Попкой подрыгай. Уже хочется идти домой.
самый низенький, тот наш дом. Да, это наш участок. А здесь наш участок. Клубничка скоро будет. Угу, соберу клубнику, заморожу и привезу вам. Да, ну. Да, не говори. Она один раз так подняла, ты думала, что это конец света. Да, не конец света. А как она поднялась? Сколько? Я как раз маме говорю. Там вот шумела она, понимаешь, как все помоешь. Поднял вот эту часть? Да. Ну и до сколько? Зеленка поднял, поднял. А я сразу говорю. Какое молоко? Класс. Зеленое. Зеленое. Вот это да. Желтое. Да. Вино. Стол можешь не снимать, он еще не богатый. Сейчас будет. Все не все. Ку-ку. Сжигать волосы очень красивые. Сжигать волосы. Сегодня у нее так хороший Pantene Pro V попался. Pantene Pro V. Реклама. Лена, ты не пробовала так два хвостика? Будет это самое. А? Лен, два хвостика. Прическа называется «Плюнь мне в оба уха». Вот так вот. А моя называется «Я упала самосвала, тормозила головой». А делали два хвостика. Точно девчонки делают на доме два? По два, по две косички, так и себе, так и себе. Мама, давай ты эту косичку, я эту бабушку, Боря будет снимать. Кыщас гей. С Лена, напивай что-то, чтобы скучно не было. Давай, пой, радуйся, пой. Лена, давай. Я не знаю. Пережека сустана, не глядя, пережекла тогда. А, вот она. Не, не, он, да, не, он, моя пыль. Это ляп мужчина. А, мам, вот она, не кизель бою. А это что? Кто там пел, мама? Был один учитель, да, по рисованию, художник такой, талантливый человек. Ну, приколист! Он выдумал песни, просто что-то мог придумать. Знаешь, когда я была в лагере маленькая, заболела, и позвали там эту медсестру. У меня просто температура была. Он пришел, смотрю, у него какие шутки, потрогал у меня и говорит, все, умрет. Ничего себе. Прическа не надо. Так испугалась, какая я маленькая. Челку не делать, Лен? Тоже косичку. Давай порежем тебе челку. Не надо. Не хочу. Забыли резинки дома. Надо было резиночки. Бань пару хвостиков.
На другой цветочек. Ай, дети, спите немного, отдыхай. Ночью буду спать. Эй, ночью. Вечером в кино пойдут? Я пойду с вами. Да. А вы сколько? Мишку надо на разведку. 7 или 8, когда вечерний тянут. Ку-ку. Охо-хо. Что, ваша Лена мне сейчас показала? Сейчас колосок сделаю. О, давай колосок. Я мастерица. А ты умеешь, да, делать колосок? Видела, но никогда не делала. А ты мне раньше делала косички, Сашка. Косички делала, но колосок не умею. Маму нам указать. Эх, дизельный никогда. Тебя сочиёк нужно. Говорила, что есть. Что? Вода. Знаешь, какие волосы, да? Внутри крапивы у тебя сверху поржали. Мне здесь холодно. У меня пойдемте. Будет болеть поясница. Будет, 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 кстати. Да, уберем и пойдем отдыхать. Кошку умывает, подойдет. Посмотри наверх. Ку-ку. А ну-ка, там что? Давай, пошли. Да, быстрее, а то у меня пленка заканчивается.
Где? Где? Сами тут болит, а тут болит. Ты хочешь сказать камере? Петух, зараза, как он прыгнул на меня? Кто из них? Завтра он будет на завтрак. Нифига себе, первая жизнь у меня петух прыгнул. Я же знал, я тебе говорил. За это, спалкой пойдем. Вот это, да? Нифига себе. Это какой? Вот этот, который сейчас уходит? Я не знаю, по-моему, куда меньше он был. Не, вот этот, который что-то позывные говорит, он, по-моему, этот. Я ему сейчас откуплю. Мы сейчас тут... Палка, не выйдешь. Не, я не хочу, чтобы меня атаковали. Да вот, я взяла палку. А? Вот он идет обратно. А ты тоже палку. The Empire Strikes Back. Боря, вот и все. На, давай, не бойся. Мы вооружены. Находим курятник. Подожди, надо сейчас закрыть дверь, не? Сейчас, давай. Нифига ты на меня накинулся. Защитник. А ну-ка дай. Защитник куриц. У нас есть палка. Так, Лена, у нас есть еще одна минута на это. Давай быстрее бей. Ну быстрее, пока они не вернулись. Вот он возвращается. Лена, нас сейчас закрыют до смерти. Ой, еще одно, смотри, Боря, прямо здесь. Ух ты. Давай, пошли. Я за тобой, ты первая. Кинь мне яйцо. Все, заканчивается плетка и пленка. Еще 40 секунд. Мы ушли отсюда победить. Ура! Цветочки как наши выросли. Мама меня знает, как петух укусил? Вот так с двух сторон ногу мне прям. Да ты что, напал на меня? Нечего воровать яйца чужие. Так, все, у меня пленка заканчивается. Ну, Сильвана, прямо красота. О, какая хитрая. Потом будет вторая партия. Ку-ку, иди сюда. Ку-ку. Она тут беременна. Так, все, пленка заканчивается сейчас. Лиса, иди сюда. Ох, какой костер. Видишь, как летят вот такие вот? Ага. Сейчас поснимаю немного. А? Сейчас я поснимаю немного. Хош гельдениз на гагаузском языке. В этой школе изучают 4 языка. Предметы на русском языке, государственный язык молдавский, румынский называется. Гагаузский изучают, плюс немецкий. Немецкий? Бедные детки. В один день 4 языка. За один день. Первый урок русский, румынский, третий гагаузский, четвертый математика, потом немецкий и так далее. Вот так вот. Дети путают алфавит, русский алфавит другой, гагаузский другой, румынский, немецкий. Немецкий, по-моему, да, но и румынский. Нет, все-таки немецкий. Есть новые буквы. Да, более немецкий язык. Так, всех дураков сразу отправляют сюда. Куда? Через дорогу медпункт. Куда? Нет, скорая помощь. Это не записано. Пу-пу. Я согрелась немножко тут. Да тут теплее. Зависит там от того, где ветер, где да. Что. Да. Тут теплее. Такие цветы красивые.
сначала видео. Цветочки, тюльпанки. Мама, какие пельмени, ты купишь? Пельмени.